Приветствую, друзья! Не жизнь, а малина. Наверняка слышали такое выражение. Хочу вам, друзья, показать один из путей к такой жизни. Подойдет или нет, вам виднее. Вот смотрите циферки в моем кабинете. Ну, скажем, позавчера, 30.05.23, начисление купон БЭКа 0,3% за такую-то дату. Удачно. Плюс 154.01. Вчера 154.47. Сегодня 154.93. Как видите, каждый день плюс вырастает. Это называется сложный процент. 0,3% за дату, за день. Это получается 198.4% за год. Какой вам банк за ваше вложение даст такие приросты? На примере, вот, допустим, 30 тысяч рублей. За год даст почти в 3 раза. И что эти за циферки? Это баланс ЕКЛайт, электронный купон. Такой внутренний инвестиционный инструмент коммуналки. Сайт «Коммуналка», а вообще это проект «Малина-2». Это бизнес-проект известного предпринимателя Сергея Борисовича Бородина, кстати, создателя проекта «Малина», собравшего в столице около 7 миллионов пользователей. А этот проект «Малина 2.0» – это восстановление «Малины», его же второго проекта «Бензовоз», а теперь и коммуналки. И все это будет под брендом «Малина 2.0». Планов у него громадье. Вот бизнес-план. 54 миллиона домохозяйств России. И рассчитывается только охват 20% этого рынка. Есть подробный расчет. Я разбирать его не буду показывать. Подробнее при желании найдете в наших чатах, на Ютубе, в видеопрезентациях. Так, иду дальше. ЕКЛ – это электронный купон Light. Это инструмент для самого доступного инвестирования в этот проект. Для активности достаточно 1000 российских рублей в месяц. Под 0,3% ежедневно. Пока на год такие условия. Затем вы сможете дальше реинвестировать под такие же условия, а может, условия изменятся. Жизнь и внешние обстоятельства подскажут. Выход точно на реальные деньги планируется через 3 года, в 2026 году. То есть это долгосрочные инвестиции. Доживете? Ну, не себе так наследникам подарите, а молодым-то красота. Получат доход от участников многомиллионного проекта. Получение этого дохода реализовано через конвертацию. ЕКЛ Light в купон электронный, стоимость которого также растет в цене. Смотрите, какая цена была на дату 30.04.2023 года. И сейчас на 30.05.23 купон стоит 135 855 рублей. А вот какая цена будет к марту 2026 года: 618 000 за один купон. И эти уже купоны и будут в 2026 году. Вот покажу вам планы. В январе-мае 2026 года эти купоны преобразуются в привилегированные акции. Впрочем, по вашему желанию к этому сроку вы можете продать их просто внутри этого проекта для наших участников, а можно на свободном рынке. Или же согласиться на конвертацию вашего купона в привилегированную акцию. И с этих акций будете получать дивиденды. Планируется 10 тысяч рублей в месяц с каждого купона. Как считаете, вам доступны такие инвестиции в 1000 рублей в месяц под 0,3% в день?
Тогда ссылка под этим видео. Хочу обратить, что Малина 2, Малина 2.0, это проект, который эффективно соединяется с сетевой классический бизнес. Поэтому разумно использовать все его возможности. То есть не только пользоваться самому, инвестировать, но и приглашать людей и за это получать вознаграждение, которое вы уже можете сейчас тратить на свое потребление или реинвестировать, опять же, в электронные купоны Light. Условия простые. Доступ к маркетингу и вознаграждениям только после собственной разовой покупки стартового пакета электронного купона Light от 5000 рублей и подтверждение собственной активности, покупка тех же купонов на 1000 рублей. За пропущенный месяц начисления не выплачиваются. Причем есть в этой системе доступ по уровням вниз. Вот, допустим, открытие уровня до 5 уровня вниз за первую покупку с первой линии, а до 10 уровня за 6 покупок первой линии разными участниками первой линии. И для открытия уровней ваших партнеров учитываются только покупки на сумму от 5000 рублей. Это стартовый пакет. И вот условия вознаграждения. Покупки в первой линии 25% от минимального бюджета маркетинга, который составляет 25% от оборота электронных купонов Light, умножены на фактор эффективности. Как видите, для разных уровней разные проценты. 25, 20, 15, 10 уровня 3%. Фактор эффективности, то есть коэффициент, в зависимости от объема, группового объема всего проекта. Коэффициент 1, 1,5, 2. Сейчас уже, кстати, 2200 человек в сети. Получаемый партнерский доход вы можете потратить в каталоге или реинвестировать в покупку ЕКЛ. Вот наш каталог. И за покупки в этом каталоге, за некоторые покупки, еще не все, вы также можете получать партнерские вознаграждения. А в будущем вообще, за покупки во всех этих магазинах, разных категорий, образование, услуги, золотовары, игры, ювелирные украшения, электроника, путешествия, различные темы. Это планы недалекого будущего. Покажем в настоящее время. Инвестиционная часть активно развивается, а продуктовая в свое время придет в совсем недалеком будущем. И это кэшбэк будете получать, но если нет миллионов пользователей, ну а тысяч точно. А это уже настоящий пассивный доход. Как вам такой путь к жизни, Малине? Тогда кликайте, ссылка под роликом, или хотя бы лайкните. Успехов, друзья!